Запустили, Александр? управления Китайской Республики. Нет информации о Бенгалии. содействия вступительных экзаменов, ни слова об оплате образования, насколько она платно является, сколько нужно платить студентам. Поэтому здесь дальше вопрос, нужно ли тайваньское гражданство для того, чтобы учиться в университете, или лучше сначала отучиться как иностранец и получить тайваньского правительства, образование и так далее, чем получишь кассу, ты уже платить самому. Алексей Витюков, Александр Головичев, Бенск, Андрей Кузнецов, Андрей Молков, Андрей Кузнецов, Алексей Захаров, Усть-Калуги, слушать 25 ноября, 18:18, 18:18, 18:18. Сообщает, что услышанность была удовлетворительна. Ее оценки дошкала и Николай Егорович, из Подмосковья, слушал эту частоту 22 ноября, 12:00 до 12:30. Он сообщает, что 22 ноября ее был хороший. Шкале Солнца нам перелетает 3,5-4. А 26 можно назвать сигналами. Сигналы сенсив по месте от других станций. Оценка приема по шкале вот 5,5 и 9,5. Последний на ноября. Леонтенко. Он сообщает, что жизнь была хорошая. Он настроил методику 17:00. Сообщает, что жизнь была хорошая. Оценки по шкале сенсив. Александр Кузнецов, из Березани, слушал эту статью с 18 по 24 ноября. По его рапорту 19 ноября. Оценки по шкале Синка 3,5, 5,3, а 21 равно оценки по шкале 21 до 11. Также далее слушал Дмитрий Кузнецов. Настроился на эту частоту 25 ноября и села с 17 до 17:30. Он сообщает, что сигнал был хороший. Я оценки по шкале Синка 4,5, 4,4,4. В городе Десногорск, высоты 5900 килогерц, слушал Игорь Максимович. Он настроил 16 ноября и слушал 17:30. Он пишет, что слушанность была хорошая. Оценки по шкале Синка и 4. В Украине, в Днепропетровской области, 25 940. 25 ноября слушал Александр Козленко. Он пишет, что слушанность была хорошая. Оценки по шкале в этот день 4,5 и 4. В Болгарии 26 ноября частоту 5900 килогерц слушал Андрей Молков. Он сообщает, что в этот день была удовлетворительной. Оценки по шкале Синко 4,3 и 3. Андрей Кузнецов, из города Витебск, частоты 5900 килогерц, 4 ноября, 17:00 до 17:28. Он пишет, что это достаточно хороший. И его оценки по шкале 3,4 и 4,3. В Индии эту частоту слушал Сиддхарта Бхаттачарья 21 ноября с 17 до 17:30. Он сообщил, что сигнал был слабый. Виталий Иванов, из города Панковской области, слушал частоту 5900 килогерц 20. Была хорошая. И по шкале Синко он поставил 4. Румын Панков, из Болгарии, 24 ноября слушал частоту 5900 килогерц. Он пишет, что был очень слабый прием и плохой сигнал. Но далее давайте посмотрим, какая слышность на 2590 килогерц. Игорь Мироненко, из города Новосибирск. К сожалению, частота вашего вещания на Сибирск на частоте 9,14 до 15,550 крайне неудачно в этом сезоне. Мало того, что прохождение вашего сигнала на частоте 9590 килогерц практически нет, так кроме этого, в частоте может работать международная радиостанция. сигнал международного радио Китая прослушивается на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 часов по Москве, как в Сибири, так и в европейской части России. Алексей Витюков из города Бенск также слушал частоту 9590 килогерц 14 до 15 часов по Москве. И он сообщает, что слышимость была плохая, и оценки в этот день по шкале Синта 3-4-2-2-2. Наш слушатель Панков в Болгарии пишет: описал опытный слушатель на коротких волнах Александр Головичев в передаче 20 лет в небе с 13 до 14 часов. Частота полностью покрыта китайским языком от Пекина. С конца октября до сих пор я не успел ни разу послушать вашу часовую передачу. Наш слушатель Виталий Иванов из города Рыбинска, Ярославской области, написал нам такое письмо. Из передач МСТ узнал, что в демократических странах перед выборами у психически нестабильных людей часто обостряется так называемый предвыборный синдром. Эти наивные люди считают, что от их голоса зависит судьба страны, региона и даже не теряют аппетит, сон и спокойствие. То ли дело в странах тоталитаризма. Эти неуравновешенные знают, что от их голоса не будет абсолютно ничего, все равно выборов ставленников, угодных режиму. Выборы — это фикция. Жизнь будет спокойной и стабильной, а теперь будет хороший и сон крепкий. Пока незаменимого лидера находит на орудийном лифте. Плачутся и настала страшная эпоха перемен, которые нас пугали мудрецы древнего Китая. Вот таким интересным мнением поделился Виталий Иванов.